Камеру, остальные играют, там целая команда людей работает. И так на каждом видосе. Спалить, как будет выглядеть локация видео, вообще ничего не значит. Для меня также, если типа, я снимал видос, мне было плохо. Главное, начинка видео. То есть, если мы покажем то, что там висят 7 плакатов с нашими лицами, то это ничего не поможет. Блять, замотивировал, пойдем. Нет, ладно, не буду, Илюха обидеть. Нет, Зюлин наоборот будет интересно, типа, ну, что там за плакаты, что они там делают. Можно пока? Да, я Илюхе сейчас старшу позвоню. Там сейчас приедет через пару минут. Ну, я все равно позвоню. Волос кушаться надо, мочить. Яски! Яскич! Яскич! Брат, мы в гримерке со стримом. И у нас возник такой вопрос. Можно показать локацию бэкстейдж на стриме или нет? Давай. Все, давай. Через пару минут будет. Он говорит, давай я приеду, вместе покажем. Не хочет хайп упускать. Че, мне нос до сих пор красный. Приятного аппетита, Горилыч. Спасибо. Как хочется тебе еще по тарелке уебать снизу. Ёпта, воду потерял все. Потерял воду. А что там, мальчишки кому-то нравится, блядь? Кому? А, потому что американский флаг. В рот компот охуенная фраза. Привет. Привет. Саша, кого Данила погубил? Кого Данила погубил? Переломал ей ноги. Я ее нес и пизданулся, у меня нога по сей день болит. А, это она была к стулу привязана? Да. Да. Я, короче, сегодня в бассейн ходил. Я даже ногой не могу вот. Когда плывешь, ногами уже ты гребешь, мне больно до сих пор, ну, даже ногой вот так вот делать. Все потому, что плохо работало. Послушайте, как Илья Эксайл, вот в Америке отменяют за любое слово. Илья Эксайл своих работников, кто плохо выполняет работы, привязывает к стульям, нахуй. И они сидят. И друзей заставляют. И друзей заставляют. Стоят. Подслушивают. Я курсант развернула, мы на стуле привязаны. Илюха везет скотч и стул. Лех, штаны подтяни, это максимум подтянутый. Вау. UpX. Космическое приключение. Послушайте, как Илья Эксайл, вот в Америке отменяют за любое слово. Илья Эксайл своих работников, кто плохо выполняет работы, привязывает к стульям, нахуй. И они сидят. И друзей заставляют. И друзей заставляют. Стоят. Подслушивают. Я курсант развернула, мы на стуле. Илюха везет скотч и стул. Лёх, штаны подтяни, это максимум подтянутый. Посесть. Еда в гримерке не только тебе, Данила. Вот нормальный с тобой, наконец. Чё за Майкл-то? Какой его педро. Что ты хочешь делать? Подстрачник хотел дать? Ну, вот так-то лучше. Насколько сильно не скучу? Тебя что интересует, ты нахуй? Давай есть свои японские штуки и... Нет. Я тебе пришел. Начальник пришел. Что за Майкл-то? Какой его педро. Что ты хочешь делать? Подстрачник хотел дать? Вот так-то лучше. Насколько сильно не скучу?
Тебя что интересует, ты нахуй? Ты дурака. Давай есть давай. Свои японские дурака, штуки и... Нет. Я тебе пришел. Начальник пришел. О! Здравствуйте! Здравствуйте! Ты в дом заходишь? Стрим, стрим! Ох, блядь! Чуть-чуть нет. Оплачено. Уже чуть не сказал, 467 миллионов оплачено. Влад покупает все, куда он приходит. 467 рублей просто. Поздоровайся, вот, ребят, тебя скучают пиздец. Нет, головой уходит. На тебя. А можешь как голова пизда быть сразу? Вот все точно. Бля, причем пересматриваешься. Влад покупает все, куда он приходит. 467 рублей просто. Поздоровайся, вот, ребят, тебя скучают пиздец. Нет, головой уходит. На тебя. А можешь как голова пизда быть сразу? Вот все точно. Бля, причем пересматриваешься. А он же нормально, он же там нормально говорит, и потом он резко начинает сказать. Ты хуй! Ты лох! Ты! Сиськастый! Жирный! Цветочный лох! Цветочный хуй! Че похуй? Че, пойдем заинтересуем, ребят, покажем. Водочки на примете. Можно, да? Итак. Как вчера вот снял самый сложный проект в своей жизни просто. Вот так это все выглядит. Горилла как будто из GTA. Ебать охуенный я. Почему я рыжий? Где? За фронтеймер. Где? За фронтеймером, фронтеймер. Крип? Стоп! Поднимай. А, блядь, похож. Привет. Какого хуя? Здорово, Ренат. Если хуёвый свет, это... Где? За фронтеймер. Где? За фронтеймером, фронтеймер. Крип? Стоп! Поднимай. А, блядь, похож. Привет. Какого хуя? Здорово, Ренат. Если хуёвый свет, это к нему. Мы да, только но здесь... только не бывает. Если хуёвый звук, то к нему. Вот. Здорово. Ванёк, здорово. Иди ты нахуй. Если хуёво снято, то... Только тут у меня на X2 со всеми здороваюсь. Смотри, начальник, блядь. Бля, Костян, к сожалению, сегодня не приедет. Не приедет? Да. Блядь. Мы, короче, распределили. Типа, понял? Они лица её куда смотрят. Короче, в чём суть? Я объясняю видео, спойлерю. Задается вопрос, кто самый такой-то, и мы становимся вот за этого человека. Кто самый, допустим... Кто рисовал? Почему? Блять, кто? Короче, меня сегодня будут топить весь день. Все самое хуёвое будут в меня пулять. Все будут становиться в меня, да? У вас задача меня сегодня загнобить, правильно? Там большинство вопросов, где мы будем на театр становиться. Серьезно? Не, Люха, тогда я сегодня буду, тогда я буду отыгрывать ебанутую грустную чела, чтобы меня все жалели в комментариях. Я буду очень грустный, блять. Не, Люха меня когда зовет, говорит... Бля, угарный видос будет, говорит, можно будет на Лёху вставать, типа, угорать. Я домой поехал, сегодня мне, походу, настроение решили. Решили. Здрасте. Сисястый хуй, толстый. Эй! Все? Это все, да? На купюру? Медведей? Да. Она оставляет рисунки медведей? Да, это ее знак. У меня на футболке. А, Евдоким ты? Да. Прядь в кармане. О, ебать! Да ну нахуй! Блин, ты вообще охуеть не встать. Да ну нахуй! Как охуенно! Просто гляньте, розовая прядь в кармане. Чё у меня футболка с прессом? Где? Бля, пиздец сильно. Даже тут интегрировать.
А давай прогоним их сейчас, увезем эту тележку. Ладно, ребят, спасибо большое, что сидели. Я думаю, мы тут вместе посидим, пообщаемся со всеми. Илюх. Давай лишь на это. Чё? Камеру переворачиваем, стоит. Быстрее. Хозяева. Вы запомните эту зиму. Навсегда. Хозяева. Хозяева. Нет, такого уже... Это вспоминать. Нет, будем. Все, чатик, всем покедово. Всем. Ну и фирменный конец Влада. Плачу на нее, плачу на нее.